безопасности. Что там, МДЖ? Люди Кувалды атакуют погрузочную эскорт у Сипорта. Понял. Направляюсь туда. У меня вопрос. Мы знаем, что Кувалда успел украсть большую часть оружия Соболя и кучу всего из хранилищ полиции. Теперь он ворует предназначенное для Симкарии. Где он хранит все это добро? Без понятия. Но если мы узнаем, сможем перекрыть ему кислород. Я попытаюсь изучить перемещение его людей по карте, и, может, смогу из них что-то понять. Это идея. В общем, я почитала о ситуации в Симкарии. Правящий диктатор убивает собственный народ. Судя по всему, Соболь в одиночку вооружает повстанцев. И не все идет по плану. Кажется, то, что у нее крадет кувалда, ей бы пригодилось. Вот почему она в такой ярости и в отчаянии. Может быть, но мне кажется, ярость ее привычное состояние. Расскажу, что найду на погрузочной станции. Он здесь! Шевелитесь! Эй, куда же вы? Я только пришел! Поймать вон тот грузовик. Он на крыше! О нет, меня нашли! Ладно, раунд за тобой. Ты выиграл? Билет в один конец на Райкер. Еще два. Кого-нибудь. А это что еще такое? Самолет? Лучше просто валим отсюда. Нет, 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 только не парк. Она порастреляет, а то я не вижу. Гони быстрее! Прошу прощения, граждане, мы буквально на минутку. Если бы вы остановились пораньше, нам бы не пришлось сейчас разговаривать. Ладно, что ты творишь? Снова в погоне. Ты только делаешь все хуже! Дай мне разобраться с остальными! Нет! Я не могу позволить им сбежать! Отлично! Подмога! Вам стоило бы подумать о своем. Хотя, может быть, у вас сейчас хороший баланс в жизни, мало ли?
колды теперь есть дроны? Он слишком увлекся модернизацией своих активов. Эти дроны нацелились на Собор. Надо ей помочь, верно? Верно. Могу использовать оба эжектора. Молчание – знак признательности. Теперь за последним грузовиком. Где твой кувалда? Он меня убьет, если скажу. Так что делай, что хочешь. Тихо, стой. Слушай, нам нужно одно и то же. Если объединимся, мы найдем его. Поверь мне. Ага. Работаем вместе. Как партнеры. Ага. Партнеры. Так ты звякнешь? Она не робот. Уверен на 77%.